Приветствую всех на своем канале. Предлагаю вам сегодня рецепт вкусного салата на праздничный стол. Он точно будет первым, который съестся весь без остатка. Приготовим салат с черносливом, бужениной и грецким орехом. А пока, если вы еще не подписаны на мой канал, не забывайте подписываться. Ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Для приготовления нам понадобится запеченное мясо, чернослив без косточек, очищенный грецкий орех, майонез, твердый сыр, яйца, соль и черный молотый перец, зелень для украшения и немного растительного масла. Начнем готовить с того, что запечем мясо для салата. В миску выдавливаем чеснок, наливаем немного растительного масла, добавляем черный молотый перец и хорошо перемешиваем. Кусок свинины без костей обмазываем этой смесью со всех сторон. Заворачиваем в фольгу и ставим запекаться в духовку до готовности. Чернослив заливаем теплой водой и даем ему немного постоять. На мелкой терке натираем вареные яйца и твердый сыр. Готовое мясо охлаждаем и нарезаем небольшими кусочками. Чернослив обсушиваем бумажным полотенцем и также мелко нарезаем. Грецкий орех измельчаем в блендере. Салат будем выкладывать в кольцо для красивой подачи. Первый слой – слой мяса. Затем смазываем майонезом. Дальше идет слой чернослива. На него натертые яйца. Затем опять хорошо промазываем майонезом. Теперь слой натертого сыра. И завершает все грецкий орех. Снимаем аккуратно форму. Украшаем зеленью и можно подавать к столу. Мясо для этого салата можно приготовить заранее, тогда все остальное сделать очень быстро. Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте и высказывайте свое мнение. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита и хорошего новогоднего настроения!